Привет, ребятки, и тут нет никакой ошибки, это Call of Duty 3. Игра не самая известная, она была создана студией Treyarch в 2006 году эксклюзивно для двух консолей, Xbox 360 и PlayStation 3. Так сказать, видимо, это была одна из игр стартовой линейки. Ладно, приступим. Ну, не стартовой линейки, но... В общем, эксклюзив для консолей. Да пока это никогда не выходило, может потому что это очень классная игра, и мы не заслужили ее, мы игроки на ПК, или она была таким шлаком, что ее решили не выпускать. В общем, Вторая мировая война, тема, которую давно Call of Duty у нас не эксплуатирует, ну, со времен World at War, которую мы тоже пройдем. Никогда в эту игру не играл, играю, так сказать, впервые, мультиплеер работает, проверено. Просто я загружаю сейчас видео, подсоединиться не смог никому, так как там, там написано, что, в принципе, знаете, матчей всего игралось два. Всего лишь, вот там, я активировал список, два матча. То есть, людей очень мало в мультиплеере, но есть. То есть, видимо, кто-то сервера еще поддерживает. Ну, синглплеер, так что поиграем в компанию, нам это не... Так, ну, главы. Глава первая, Saint Law. В принципе, эта игра посвящена освобождению Европы, насколько я помню, а именно Франции. Остров Найдров, Майн Бридж, да, это именно Европы. Насколько я помню, я читал описание, что эта игра посвящена именно освобождению Европы. У нас комбойс. Комбойс-то где? Хорошо. Здесь 14 глав, так сказать, приступим. Новая игра. Насколько я помню, тут тоже несколько персонажей. Так. Так. О, крутая иконка. Нет, моя консоль выглядит получше, чем вот то, что мы видим. Так. Опять же, вы не выживете. Круто. Нет, я не буду на это жать. Нет, я на консоли играю говяно. Ну, давайте легкий. Ну, я просто хочу получить фан раз. И, во-вторых, я не очень хочу, так сказать, ну, знаю, напрягаться, что ли. Так, я в Call of Duty пробовал играть на консоли, ну... Modern Warfare 3 в демку. И не знаю, дико трудно, потому что, ну, какие-то враги мелкие, все мелкое. Но пока вообще запросто. Кстати говоря, ребят, если вы заинтересованы, а даже если нет, я планирую пройти Call of Duty, ну, все, что есть, кроме вот этой. Ну, с четвертой, так сказать, с Modern Warfare 1, пройти все на максимальном уровне сложности. Так сказать, показать вам мастер-класс. И надеюсь... Что вы подпишетесь, чтобы это не пропустить. Ладно, эту игру мы проходим на изи. То есть на простом уровне сложности. Циферка 3 со звездами. Париж. Русского языка нет. Да, Франция сдалась без боя. Ну, Франция была не готова таскать боя, поэтому они решили капитулировать сразу, чтобы... Да, потом там повстанцы, конечно, были. Графика ничего так, ну... До 2006 года ничего еще пойдет. Так, уже день Д прошел, мы уже Нормандию прошли. Нормандия, это, кстати, во второй части. В Call of Duty 2, я помню, была Нормандия и так далее, так сказать. Это логическое, возможно, это логическое продолжение. Интересно, здесь будет Капитан Прайс? Потому что во второй части Капитан Прайс был, насколько я помню. В первой, Call of Duty самой первой, по-моему, там не было. Их проходить я что-то не знаю. Я играл в них, и они не сложные. Совершенно пройти можно где-то за полдня или за день, но... Не знаю, я подумаю. То есть, если вам интересно, ребят, я пройду. Сент-Ло. Или Сент-Ло надо читать. Сент-Ло, Париж. Ну, под Парижем, пригород, в общем. Так, держать, чтобы... Ну, круто. Так, завершить тренировку. Иди к рядовому Хаксли. Ну, графика такая, знаете. Не намного лучше, чем, я бы сказал, во втором. В Фэре. То есть, в каком во Фэре, о чем я говорю.
Я отключил автоприцеливание, так сказать, целимся руками. Что-то возьми. О, гранаты? Почему бы и нет? Неплохо. Черт, нет, не то. Смотрите, как хорошо я попадаю. Не, неплохо, знаете, даже какая-то разрушаемость есть. Ну как, 2006 года, по-моему, так себе. Ну, нормально, пойдет. Мы боевку еще не видели, к сожалению. Пошел, давай! Давай, мой рядовой, прыгай в грузовик и воюй. Я могу вообще пешком дойти. Может, я буду бегать за грузовиком, как собачка? Уф-уф. А, черт, что я мучаюсь. А, то есть я могу поворачивать контроллер, чтобы бить, а могу нажимать на кнопочку. Так, Томпсон, ну это более новая версия. Мне очень нравится Томас с барабаном. Томпсон, какой Томас? Томпсон с барабанными магазинами. Что, погнали? Грузовичок и воевать. Тут же до фронта недалеко. Наверное, по главам будем проходить. То есть, одна глава, одна серия. По-моему, это логично. Обычно... Мы все сдохнем? Да будешь... Да, где твой оптимизм? Okay, listen up. Today we're on a secret mission to get coffee and donuts. Problem is, the Germans drank all the coffee and ate all the donuts. So now, да, бей немца. Or we could just stay back at the base and eat those nice French rolls they got. We'll be providing ground support for Task Force C. We're coming in from the west flank. And guys, remember rule number one. Шер, ну в принципе все как большая палка. Разрушитель домов. Боже мой, ну что за... Боже мой, ну вот. Вот, из-за нас умер человек. Ну, как так можно? Что, машина перевернулась? Ну, потрясающе, конечно же. Давай, рядовой, поднимаемся и начинаем стрелять по головам. Черт, это... черт, это ведь не немцы. Я только, черт, я только подумал, что это... Или это немцы? Нет, это наши, наши. Немцы бы сразу убили. Черт, всех начинают ранить. Пулемет вижу. Сиди. Right,
Ну так играть будем, нет? Или мне смотреть? Черт, возьми, по-моему, на этом кладбище мы и останемся. Вот он бежит, он спасается. Может, нам тоже так поступить? Черт, где эти барабанные магазины, когда они так нужны? По головам давайте палить. Черт, как же неудобно. Мы их оттесняем, конечно же. Кстати, давайте разгоним контроллер, потому что мне неудобно целиться. Так, чувствительность... фиговая. Чувствительность очень фиговая. Так, теперь будет идеально. Вот, другое дело сейчас будет. Вот, другое дело. Вот, все, теперь удобно. Что-то граната! Граната, 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 отойди! Отойди! Так, взорвалась. Палачина. Так, сейчас ответ. Что-то возьми, почему винтовку надо перезаряжать именно такая, полюй по ней. То есть из нее. Так, отойдем. Так, отходим, отходим, отходим. И черт, я не смог ее подобрать, но это ладно. Что-то еще один. Парни, а вы что, из Берлина плодитесь? Что-то возьми. Что-то, почему мой автомат отказался мне служить? Потому что в нем ноль патронов. Это логично. Так, я по оружию подобрать хочу. Вас там много, ребятки. Можете сдохнуть. Вот так. Ладно, я, видимо, все-таки не Рэмбо. Круто, мы можем ползать. Давай, Шерман, вали всех. Возьми, нет, я думаю, лучше дождаться нашего друга Шермана. Ну все, можно бежать. Вот вам никогда не было интересно, как себя чувствуют немцы, играя в такие игры? Хотя, наверное, вообще, наверное, как и мы. Ведь тема плохих русских прям очень излюбленная. Кто-то ломает. Ломает двери. Может, поможем им? Нет, сейчас мы не можем им помочь. Так, сейчас разберемся. Так, что мне делать? Здание вычистить. Ну, вычистить как? Немцев убрать. Так, должно быть? А, вот, консольное управление. Если я все правильно делаю. Я крутил контроллер. Поэтому, по-моему... Так, давай! Добивай! Добивай его! Давай, дави! Дави его! Так. Прикончили. Так, не тот конец, парень. Что-то возьми. Что ты ее не взял? Отдыхает. Так,
Сейчас я буду помогать. Так, залезь на... Давай лезем на танк. Да норм, да. Так, хорошо, берем бинокль. Я нашел цель. Цель надо помещать нажатием на R3, по-моему. А, вот цель. Вот так надо. Нужно, так сказать, искать. Именно цели, так сказать, которые предусмотрены сценарием. Вот еще пулемет. Вот еще. Мне без бинокля, кстати, очень хорошо их видно. Почему? Почему это не считается за цель? А, нет, считается. Перезарядим оружие, нет, все, перезаряжаем нормально. Может, убьем вот того парня? Представь себе, я его убил. Кстати, перезаряжать гарант вроде как нельзя на середине. То есть нужно израсходовать магазин и только потом его перезаряжать. Ладно, я думаю, мы уже можем выпрямиться и просто смотреть на происходящее. Чёрт возьми. Стреляй туда быстрее, а то сейчас прибьют. Направо? Это лево. Вот, нормально жить можно. Черт, это танки! Мне страшно, можно без танков? Может мне их отметить? Нет, я думаю, их видно. Такое ощущение, что ваши танки их банально игнорируют. Вот сюда. Убей этого панцира! То есть, как убить? Его нельзя убить, его нужно уничтожать. Давай, уничтожай панцирь. Хорошо. Да, все. Так, там еще панцирь, нет? А, нет, это наш. Вперед за Америку! Я вообще не патриот, знаете, я за свободу воли. Все. Черт возьми, мы в выбоину попали. Да ну давай, танк, выруливай. Черт, заранее нельзя было здесь, обязательно надо было до последнего момента. Настаивать на том, что не-не, все нормально. Ребят, давайте. Ой, их много. Может, не... Может нам не идти туда? Все, в кафе. Иду в кафе. Что, опять что сейчас будет. Нет, свободен. Это все наши собрались. Ну мы драться будем или так и будем на катсцену смотреть? You're not crazy enough to shoot me. Desertion's a capital offense, Guzzo. Shooting you won't be crazy. It'll be the same. Ну да, бежать-то нельзя, он ведь не может отступить. Frank, come on now. Вот этот туннель, круто! Давай в туннель лезь. Looks like we got a way out. All right, we're bugging out. Боже мой, злой командир. Да, давайте идем сюда. Чего-то он постоянно перегибаться, я не хочу чувствовать себя презренным африканцем. Целиться, наверное, тоже не обязательно. Я пожалел насчет сложности, ребята. Надо было поставить побольше.
Ну ладно, уже что выставили, то выставили. Так, может я покрашу немного не... Чё там, никого нет? И смысл? Я сейчас сюда подлезу и буду расстреливать врага. Чё, да я здесь как рыба на сковородке. Наступаем, наступаем, наступаем. Кажется, тут нужна винтовка. Я получаю огромное удовольствие от данной игры, хотя обычно колда. Я бы так ее описал. Ловите гранату, сволочи. Не знаю, вторая колда как-то больше меня вдохновляла. Но там в России начиналось действие, графика была просто зашибись на для того времени. Я вот играл в второй Call of Duty, и там вот действительно графика была зашибись. Если на максимум поставить ее, то она выглядит зашибись. Вот честно говорю, ребятки. Я, правда, не помню, вот Сталинград был или в первый Call of Duty, или второй. По-моему, он первый был. А вот наш враг. У меня все-таки, ну так, нормальная игра, учитывая сложность, конечно же. Да тут убивать-то некого, в принципе. Ну так, пару врагов. Черт, радио меня раздражает. Я заставлю его заткнуться. Ну что? Мы заняли какое-то здание. Зачистили даже. Черт, я думал уже все. Нет. Контратака? Да, мы, видимо, они поняли, что мы подпортили им жизнь и решили ответить нам. Черт, возьми там танк. А, просто держать позицию. Лады. Можно я здесь постою и не буду палиться? Я не палюсь. Танк меня не видит. Ладно. Вот этих сейчас будем валить. За баррикадой. Что-то они прорываются. Поддержка, я в это уже не верю. Все, тут танк. Нет, я лучше уйду. Я не знаю, о чем говорить. Я давно не смотрел аниме, вот о чем я сейчас думаю. Не знаю, с одной стороны, я играть хочу, а с другой стороны, я аниме. Черт возьми, по-моему, этот танк едет все ближе и ближе. Черт! Чё-то возьми, из огня до полымя. Ты здесь сущий ад. Я держу лестницу, ребята, все нормально, сейчас им устрою фейерверк. Ума еще и своего завалил, но ничего страшного. Я даже ржу с того, что было написано. Ой, черт. Как... А! Круто. Шерман приехал. Сейнло взят. Круто. Отпразднуем же это каким-нибудь вином французским. Лады, глава, как я понимаю, кончилась.